فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые телезрители мы продолжаем с вами нашу передачу посвященную Фатиме Захре саламу алейха и прежде чем начать разговор хотелось бы поприветствовать нашего шейха Худжатул Ислам валь Муслимин Курбан шейх Курбан саламу алейкум ورحمةullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Шейх Курбан, мы с вами говорили о Фатиме Захре, о ее роли на протяжении нескольких передач. Мы обсудили самую важную роль Фатимы Захре, саламу алейха, и сказали, что она внесла большой вклад в человеческую историю, несмотря на то, что, может быть, этот вклад и не был материальным, но это был духовный вклад. И мы благодарим вас за это разъяснение. На прошлой передаче мы сказали, что будем говорить о тех событиях, которые происходили после того, как с этой жизни ушел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. И хотелось бы рассмотреть вообще эти события, которые происходили после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, через призму хадисов и через призму Корана, так как, если не ошибаюсь, вы на прошлой передаче говорили, что мы хотим именно рассмотреть этот вопрос через эту призму. Прошу вас продолжать. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين يا прежде всего приветствую дорогих зрителей Ради ТВ3 Мы на предыдущих наших встречах говорили о противостоянии света и тьмы Мы говорили об аятах Священного Корана относительно данного вопроса. И здесь мы коснулись тагута и тьмы тагута, мы коснулись света Аллаха, коснулись деяний неверующих, о которых Всевышний говорит «Валладина кафару а'малухум кесарабин бигиатин ау кезулюматин фи бахрин люджиин яршаху мауджун мин фолкихи сахаб». То есть те, которые не уверовали, их деяния подобно миражу в пустыне или же тьме в морской пучине, над которой волна и над которой другая волна и над этой волной облако. И в толковании этих аятов мы обнаружили, что эта тьма и отчасти является следствием тьмы лицемерия, то есть в том числе лицемерие, то есть движение лицемерия, партия лицемерия, группа лицемерия, они также внесли свой вклад после его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, в эту тьму, в наведение этой тьмы. В частности, о первом, о втором в предании от его святости имама Садыка, алейхиссалату вассалям, в достоверном предании от его святости имама Садыка, алейхиссалату вассалям, говорилось об этом. Мы с вами зачитывали. Да, что часть вклада в эту тьму, о котором Всевышний говорит, «Аукезульматин фи бахрин люджиин», подобно тьме в морской пучине. Откуда эта морская пучина, эта тьма в морской пучине возникла над этой морской пучиной? Волна, над не другая волна, волна тьмы. Это все волна неверия, волна тьмы, волна заблуждения. Над этой волной другая волна, и над этой волной
уже облако. Зульмятун баадуха фаука баад, Всевышний говорит. То есть одни слои тьмы над другими слоями тьмы наслаивались друг на друга с каждым движением, с каждым халифом, с каждым лицемером и с каждым заблудшим, который объявлял себя халифом и объявлял себя наместником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и позиционировал себя как носитель учения, носитель света, носитель солнца посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Каждый из них вносил свой вклад в эту тьму. И поэтому, когда его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, согласно этим аятам, согласно этим священным текстам, ушел из жизни и пришли к власти и объявили себя теми, кем они себя объявили, наместниками посланника Аллаха, халифами посланника Аллаха, представителями посланника Аллаха, носителями учения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то здесь миссия по противодействию этому движению была возложена именно на ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха. Даже не на его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Почему? Потому что в огромном количестве преданий посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, молчать, проявить терпение. А миссия по противодействию этому движению лицемерия была возложена именно на ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха. Это была еще одна ее миссия, важнейшая из миссий, которую она прошла, испытания, которые она прошла успешно. И мы даже знаем из преданий, что... Эту ответственность она как бы сама почувствовала или изначально ей было сказано об этом, допустим, со стороны того же посланника Аллаха, или все-таки она сама почувствовала эту ответственность? Я думаю, что одно другому никоим образом не мешает, и то, и другое имело место быть. И обратите внимание, в преданиях очень интересный момент, когда ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха, ушла из жизни, и, как мы прекрасно знаем, ушла она из жизни практически сразу, не прошло много времени после ее светлости. 75 или 95 дней после. Да, но это небольшой срок, это маленький срок. После его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, она вскоре покинула эту жизнь. И во время этого периода, этих двух месяцев или трех месяцев, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, проявлял какую-то активность. В преданиях об этом говорится. Активность в каком смысле? В чем именно активность проявлял? Он появлялся среди людей, появлялся в обществе, принимал общественное какое-то участие в жизни мусульманской общины. Ну, как сказано в преданиях, он появлялся среди людей. Ну, что под этим подразумевается? Подразумевается какая-либо активность, общественная активность. А как только ушла из жизни ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха, он уединился, он отошел от общества, он отошел от людей. С чем это было связано? С его горем? Нет, конечно же нет. Это люди ответственные, это люди возвышенные, это люди, как говорит его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Фатимату Захра, саламулла алейха, «Инна Аллаха ягдабу бигадабики, ва ярда биридаки». Всевышний гневается твоим гневом, о Фатима, и доволен твоим довольством. Эти люди из-за горя не оставляют свои обязанности. То есть действия и поступки его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и то, что он отстранился от общества, все это было связано именно с его ответственностью. Почему? Потому что, когда мусульманскую общину покрыла эта тьма и волна тьмы, лицемерия, и при жизни была ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха, то, обратите внимание, это очень важно, действие и общественная, социальная активность, какая-либо даже политическая какая-либо активность, потому что политическая кое-какая со стороны его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, мы наблюдаем при жизни ее светлости Фатимату Захра, саламулла алейха. Вся эта активность была продолжением активности ее светлости Фатимату Захра, саламулла алейха. Она была в данном сражении, в данном столкновении с лицемерием, она была знаменосцем. Как только она ушла,
он вынужден был покинуть это поле сражения, это поле борьбы с лицемерием. Почему? Потому что обязанность по борьбе с этим лицемерием была возложена именно на ее светлость Фатимату Захра, саламу алейхи, не на Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ясно, недвусмысленно, в преданиях это дошло до нас, в преданиях как суннитских, так и в шиитских, дошло до нас, что завещал его светлость Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, молчать и терпеть то, что происходит. И теперь, разбирая, это на самом деле страшнейшее время, очень тяжелое время, и осознание этого времени, то есть вот этого отрезка двух или трех месяцев жизни ее светлости Фатимы Захра, саламу алейха, после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это время очень тяжелое. Это время тяжелых и больших испытаний, трудностей. Конечно же, это испытание... Ее светлость Фатима Захра, саламу алейха, должна была пройти. Это трудность, это боль, это страдания, это тягости, которые она должна была перенести. В частности, это сунна Аллаха, суннат Аллах, это сунна Аллаха, это закон Аллаха, это метод Аллаха. Через страдания своих Аулия, своих приближенных, своих друзей, Всевышний возвышает человечество. Это сунна Аллаха. И чем ближе человек ко Всевышнему, чем больше степени он обладает, тем большим испытанием и трудностям в этом мире Всевышний его подвергает. Обратите внимание, Всевышний в Священном Коране, обращаясь к своему посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ма вадда'аке раббуке ва ма кала, вала л'ахирату хайрун лака мина л'уула, вала сауфа ю'тийка раббуке фатарда». Всевышний не оставил тебя и не возненавидел. Воистину, будущая жизнь лучше для тебя. «Вала сауфа ю'тийка раббуке фатарда». И вскоре дарует тебе Всевышний, и ты будешь доволен. О чем в этих аятах идет речь? Эти аяты не столько направлены и обращены к его светлости посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько к остальным людям. Почему? Потому что при жизни своей посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подвергся настолько тяжелым испытаниям, настолько тяжелым трудностям, что окружающие люди полагали, что Всевышний оставил его и возненавидел. «Ма вадда'аке раббуке ва ма кала». Всевышний не оставил тебя, Всевышний говорит, что он не оставил тебя и не возненавидел. «Валяль ахирату хайрун ляка мина люля». Будущая жизнь лучше для тебя, чем эта жизнь. Это земная жизнь. То есть о чем в этих преданиях, в этих аятах Священного Корана идет речь? Речь идет о страшнейших и тяжелейших испытаниях, который переживал его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которым он подвергся, что послужило причиной того, что люди стали полагать, что Всевышний его оставил и возненавидел, и поэтому подвергает его этим испытаниям и этим трудностям. Но Всевышний говорит, это не так. О чем говорит в этих аятах Всевышний? Он говорит о том, что это не потому, что я тебя не оставил и возненавидел, а потому что выбрал тебя, именно выбрал для тебя... И выбрал для тебя будущую жизнь, ибо она лучше для тебя. И вскоре Всевышний дарует тебе, и ты будешь доволен. И этим... То есть все эти страдания, мучения, которые они проходят в этой жизни, на самом деле являются милостью для них, которая доводит их до совершенства, до их Господа. Совершенно верно, до довольства. Довольство — это одно из высочайших степеней для раба. Как говорит Аллах, «Варидвану мин Аллахи акбар», и довольство Аллаха является... Совершенно верно. Более... Это одно из высочайших степеней и одно из самых возвышенных степеней, который доступен человеку, доступен творению. И поэтому «Валя сауфаю тейки раббуке фатарада». И вскоре он дарует тебе, и ты достигнешь этой степени ридвана, достигнешь, будешь доволен. И поэтому... Все это говорит нам о том, что трудности и испытания, они необходимы для возвышения, как для самой личности,
так и всех остальных, всего остального человечества. Обратите внимание, в огромном количестве преданий, в том числе и в аятах Священного Корана, например, в суре Марьям, в первом аяте суры Марьям, говорится о чем, согласно толкованиям? Говорится о том, что предыдущие пророки возвышались и приближались ко Всевышнему, приобщаясь к страданиям и трудностям его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи. Например, в преданиях очень довольно-таки подробно разъясню, но это касается и пророка Ибрахима, который проходил через испытания, в том числе Исмаилом, и другие испытания, и достигал степеней пророчества, пророк посланничества. Пророк Айюб, он тоже через многое прошел. Совершенно верно. Или Закария. Все Закария. Эти пророки, они проходили эти свои испытания, вдохновляясь, проходили эти испытания, получая вдохновение испытаниями и трудностями его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда пророк Закария узнал о трудностях, испытаниях, через которые прошел его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Всевышний сообщил пророку Закарии об этих трудностях и этих испытаниях, тогда он, пророк Закария, попросил и обратился ко Всевышнему с мольбой о том, чтобы он дал ему возможность, дал ему шанс вкусить часть этих испытаний. И тогда Всевышний дал ему сына, который прошел тот же практически жизненный путь, похожий жизненный путь на жизненный путь его светлости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Мы знаем, что его сын Яхья тоже был обезглавлен, как его светлость имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Все это было следствием того, что пророк Закария приобщался к страданиям и трудностям посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это приобщенность к этим страданиям, это сострадание, это по-настоящему соболезнование, настоящее соболезнование его светлости посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и приближало этих пророков ко Всевышнему и возвышало их. То есть через эти трудности, через эти страдания его светлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, возвышался как он сам, так и посредством этого возвышались все остальное человечество. То есть это пророки и все остальное человечество, так или иначе, приобщаясь к этим страданиям, возвышается, приближается ко Всевышнему. Поэтому эти страдания являются источником возвышения и приближения ко Всевышнему не только для тех, кто проходит это испытание, но и для тех, кто приобщается к этим трудностям, приобщается к этим страданиям и испытаниям этих возвышенных людей. Поэтому испытания и трудности, тяжелейшие испытания и трудности, с которыми столкнулась ее светлость Фатима Заз-Захра, саламуллаху алейха, после смерти и кончины его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, это испытание, которое также является источником вдохновения и приближения и возвышения для остального человечества. Это тяжелейшие испытания. И говоря об этих испытаниях, конечно, необходимо понимать, что это страшнейшая тьма, та сила, с которой она столкнулась, возвышенная, благородная, благочестивая, целомудренная женщина, столкнулась, была вынуждена, на нее была возложена эта миссия, была вынуждена столкнуться с этой тьмой, бескомпромиссной тьмой, безжалостной тьмой, не имеющей кодексов чести элементарных человеческих, самых элементарных человеческих нравственных качеств. Она с этим столкнулась и вынуждена была взаимодействовать с этой силой, с этой тьмой лицемерия. Здесь мы наблюдаем разные эпизоды столкновений. На самом деле огромное количество эпизодов столкновений. В первую очередь, конечно же, это история, связанная с землей и садами Фадак. Фадак — это где-то примерно в 160 километрах от города Медина была земля, где были большие, огромные сады, одни из крупнейших садов на Аравийском полуострове.
при этом окруженная реками, водоемами, окруженная водоемами, то есть очень была плодородная земля, легко дающая плоды. И эта земля была подарена его светлостью посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, ее светлость Фатима Заһра, саламуллаху алейхи. При этом в преданиях об этом говорится, и даже в священном Коране имеется аят, посвященный этому вопросу, этому подарку, где Всевышний говорит: «Ва ати дзаль курба хаккаху». Даруй же своим близким, родным их право. Здесь в первую очередь подразумевается фадак, да? Да, и когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, получил этот аят, это откровение, он подарил ее светлость Фатиме Заһра, саламуллаху алейха, землю фадак и еще кое-какое имущество. Есть ли относительно этого какие-то предания? Да, предания огромное множество. На самом деле, все, конечно, я приведу пару примеров. Несколько, например, Абу Яла Аль-Маусули, у него есть муснад известный. Он приводит предание, в котором говорится: «Лямма назалят аль-айя». То есть я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы ссылаемся именно на суннитские источники. Да-да, это суннитский один из важнейших, хочу обратить внимание, муснад Абу Яла — это один из важнейших суннитских источников, хотя, конечно же, по определенным причинам они ее пытаются игнорировать, но это намного более важный источник, чем Бухари, Муслим и все остальное. Все остальное, чему они придают особое значение. Игнорировав в каком смысле? То есть они говорят, что этот труд не принадлежит данному ученому, или наоборот, то, что принадлежит, просто нет, там нет не имеет, скажем так, огромного веса в среде суннитских ученых. В каком смысле вы имеете? Нет, ни то, ни другое. Ага. И то, и другое. Просто игнорируют. Угу. Там никто не может сказать, что это не его книга, или что это не имеет веса эта книга, ни в коем случае. Просто игнорируют. Огромное количество преданий, которые содержатся в этом сборнике, которые являются достоверными, просто игнорируются. Обыкновенное игнорирование, как будто бы их не существует. То есть вы сейчас говорите о самих преданиях, а не о данном ученый. Сам ученый является конечно, признанным. Конечно, совершенно верно. Вот в Муснаде Абу Яла, второй том, 334-я страница, и также еще одно предание есть по другой цепочке передатчиков, по альтернативной цепочке передатчиков, в том же томе, во втором томе, 534-й странице. То есть двумя разными передачами это предание привело Абу Яла. Издательство «Аль-Ма'мун Лит-Турат». Это сирийское издание. Вот что в предании говорится: «Лямма назалят аль-айя ва ати дзаль курба хаккаху». Когда был неспослан этот аят: «Даруй родственникам дзаль курба то, что им принадлежит по праву, их право». «Да ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям фатимата ва атаха фадак». В предании говорится, что его святость посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям позвал ее святость Фатима Заһра саламуллаху алейха и даровал ей фадак. Или же «Аль-Балазури ва ансабу аль-ашраф» также приводит предание, это 10 том, 79 страница, издательство «Даруль Фикр», бейрутское издание, «Анна Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, а'тани фадак», что ее светлость Фатима Заһра, саламуллаху алейха, говорила о том, что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подарил ей фадак. Хотя, имеется, опять-таки, я повторюсь, имеется огромное множество преданий, которые об этом говорится, это просто я в качестве примера привел. Причем предания достоверные, то есть к цепочке передатчиков, к их цепочке передатчиков не придерешься. Они являются надежными и достоверными. Таким образом, эта земля была подарена ее светлость Фатиме Заһра, саламуллаху алейха, и при жизни его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, эта земля приносила доход ее светлости Фатиме Заһра, саламуллаху алейха. У нее были свои управляющие этой землей, свои люди, которые работали на этой земле. Но когда лицемерие покрыло мусульманскую общину, и эта тьма лицемерия окутала мусульманскую умму, и после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произошло то, что произошло, то это лицемерие осуществило захват этой земли. В чем
в чем заключался захват этой земли? Угу. То есть в чем была философия и смысл этой земли? Да, вот интересно есть... услышать, вот, почему им нужен был этот Вадак? Было и так много земель, которыми они могли овладеть и использовать. Дело в том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, первые годы своей посланнической миссии посвятил борьбе с многобожниками, это с мушриками, многобожниками Мекки. Мы это все прекрасно знаем, что всю жизнь его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, противодействовал и боролся с ними. Но если мы исследуем и изучим последние дни жизни его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы обнаружим, что последние дни, последние годы своей жизни посланник Аллаха посвятил борьбе именно с лицемерием. Я не буду углубляться в этот вопрос, чтобы не затягивать наше время и не отходить от нашей основной темы. То есть, каким образом происходила эта борьба? Да, да, то есть, его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посвятил последние годы тому, чтобы оградить мусульманскую, он сделал все, чтобы оградить мусульманскую общину от этой тьмы лицемерии после себя. Это начиная от назначения его святости Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам, халифом, заканчивая сбором лицемеров и отправкой их на войну с Византией. То есть, чувствуя приближение смерти, его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, собрал всех тех людей. Там были и лицемеры, и люди, которые могли навредить исламу. Не только лицемеры. Были немножко наивные люди, простые люди, люди недалекие, которые могли своей этой недалекостью навредить исламу. Там не только были лицемеры. Например, Зейд ибн Усама, которого он назначил во главе этого войска, был наивный человек, был недалекий человек. То есть не обладал проницательностью и пронзительностью. Он собрал лицемеров и искреннего человека, коим был Зейд ибн Усама, назначил руководителем этого войска, командиром этого войска и сказал: отправляйтесь на войну. Это был еще один шаг. Или же попытка написать завещание. Все это были шаги по противодействию и по предотвращению и по предупреждению лицемерия после себя. Это все сделал его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И одним из важнейших шагов было именно дарование Фадаки. Фадак должен был по задумке его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, служить финансовой независимости, гарантии финансовой независимости семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которые были носителями света и солнца посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, истинного учения ислама, истинного учения, которое было ниспослано Аллахом через посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это было гарантией их финансовой независимости. Не в том смысле, что за счет этих доходов из Фадаки они сами прожили бы. Дело не в этом. Да, вот я это хотел спросить. Смысл не в этом. Неужели большой доход мог быть из этого Фадаки? Это был огромный доход. Это был один из крупнейших источников дохода на всем Аравийском полуострове. Если не самый крупный. То есть это был, то есть по современным меркам это была просто большая нефтяная компания, если сравнивать по современным меркам. На то время это была большая такая немаленькая нефтяная компания. И она была предназначена для того, чтобы семейство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, могли обеспечить свое учение. То есть таким образом посланник Аллаха обеспечил будущее учение, свое будущее учение материальной основой и материальным фундаментом. Поэтому, естественно, стремясь это движение и партия лицемерия, стремясь погасить свет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для них было важно отобрать и навязать свое учение. Шейх Курбан, о тех событиях, которые происходили позже, и как был отобран Фадак у Фатимы Захры, саллаллаху алейха, и какие события предшествовали этому, мы с вами поговорим на следующей передаче. Уважаемые телезрители, на следующей передаче мы обязательно с вами продолжим нашу тему. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.